Доярки из села Новые Саитовы теперь ходят на работу в летний лагерь. Сразу после дойки стадо выгоняют пастись на луга. И корова приносит больше молока, утверждают женщины. У нас и в частных подворьях держит по 6-7 голов скота. И фермерское стадо очень большое. Если будут коровы, деревня будет жить. В хозяйстве 900 голов крупного рогатого скота, 2/3 из них – дойные коровы, которые каждый день дают более 4000 литров молока. Здесь же, в летнем лагере, находятся телята. Ко мне попадают недельные, 10-дневные телята. Всего их у меня больше 60. Вместе с женой работаем. В другом хозяйстве, в селе Амикеево, более 1000 коров и телят. На все стадо 3 пастуха. Чуть уступает соседям по молочным показателям, но надеются, что лето и сочная трава увеличат надой. Алсох Медянова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».